Маргарита Цыганкова, 38 лет, Москва. Педагог по игре на гитаре. 5 лет назад, во время реабилитации после серьезного ДТП, увидела страничку доктора Мясникова в соцсетях. Вдохновляющие посты приободрили ее и заставили поверить в скорейшее выздоровление. Альфия Катрич, 59 лет, Люберцы, Московская область. Женщина, частный психолог. Следит за программами и публикациями доктора Мясникова 3 года. Благодаря его советам стала читать много классической литературы и открыла для себя новых авторов. Андрей Батальщиков, 52 года, Фрязино, Московская область. Подписался на доктора Мясникова из-за профессионального интереса. Андрей – инструктор по оздоровительной физкультуре и заимствует у доктора некоторые упражнения для своих пациентов. Наталья Аникина, 64 года, Калуга. Поклонница доктора Мясникова больше 11 лет. Не пропускает ни одной его программы. Восхищается мудростью доктора и считает его своим жизненным наставником. Михаил Панов, 71 год, Москва. Подписан на доктора Мясникова 8 лет и считает его своим единомышленником. Спортсмен-экстремал, банджи-джампер. За его спиной 605 прыжков по всему миру. Евгений Синьков, 40 лет, Москва. Чемпион России и мира по стоянию в планке. Год назад увидел в соцсетях, как доктор Мясников делает упражнение бёрпи и решил на него подписаться. Юлия Деленян, 50 лет, Сочи. Одна из самых активных подписчиц доктора Мясникова в соцсетях уже более 3 лет. Благодаря его советам поменяла стиль питания, взгляды на жизнь и похудела на 40 килограмм. Светлана Лебедева, 83 года, Иваново. Каждое утро начинает с зарядки, дыхательной гимнастики и программы о самом главном. Подписана на доктора Мясникова в соцсетях 1,5 года. Мечтает дожить минимум до 110 лет.